на месте. А я тут это, а соседи сигнал дали, заливают. Сигнал-то понятно. А ты сам кто будешь? А я это, слесарь из 7-го ДЭЗа. Я сам из 7-го. Да что-то я тебя не помню. Так я это, там недавно. Да ты это, не врешь ли, товарищ, а? Так, граждане, что тут у нас происходит, а? Проникновение, товарищ капитан, с целью хищения. Понятно. Руки! Лейтенант, действуй. Есть. Прошу вас быть понятыми. Имеет место проникновение в жилое помещение путем взлома с целью хищения личного имущества. Прошу за мной. Это задержанный. Это протокол. Подпишите. Мы вас потом вызовем. Вы можете быть свободны, мы позвоним. Ты что, Баклан? Ты куда влез? Это наш участок! Ты вообще чей? Да я это, мы под Рыжим. Тут лысого земля. Вали отсюда, понял? Так, пацаны, проводите его. Мне работать надо. Пошел. Ты сегодня второй уже! Чего? Ты второй! Нам звонок был! Мы заказ приняли! Это вообще наш участок! Какой наш? Да это лысого земля! Ты чё, конкретного разбора хочешь? Да ваш лысый нашему кривому по жизни должен! Вообще-то оставайся, брат. Работай. Чё это вдруг? Да там Хмурый с пацанами приехал. Так что я попрыгал. Бывай!